Неважно, одна осталась, она играет свое, второй игрок подключается, третий подключается. Затихли, кто-то идет всегда держит. Хорошо заканчивать, смотрите, какая интересная штука есть. Можно закончить. То есть после зажатой успокаивает. Так. Радость чувствуете? Когда зажатый, как бы вау, еще кажется, продолжение сейчас будет. Теперь это прям на пятерку. Блядь, силы есть? Короче, ты что, так реально тяжело, что ли? Вот ты на легкую делал скорость? Да, вообще. Чем мы его на багажник погрузим? Ты на легкую делал? Блин. Ты все время на тяжелый нес? Нет, только вот сюда, когда приехал. Нет, на легкую ехал этот, где там тряска. Давайте все. Кстати, блин, вообще нереально ехать там, где перепорки, камушки всякие, бугарки. А когда она тяжелая, тряски нет. Ой, наоборот, на легкой тряске нет. Нет, когда очень медленно едешь, то плавнее получается. Ой, на породной дороге я сразу... Сеска растет. А то еще и задний все работает, ножной, все. Все. Так, что, Стасян? Играем. Какой ты будешь последний? Все так же играем. Все тоже? Да. Начинаем с перебора. Ну, просто когда переборы будем делать, импровизированные. Так. Давай начнем, знаешь что? С перебора. Ты начинаешь с перебора. Я. Классический. Я заканчиваю перебор. Давай, хорошо. Наверное, смотри, начинаешь и заканчиваешь. Да. Начинаешь с перебора. Давай ты битовую, как барабанщик, мелодию. Будь тут сетка конкретная. Прям. Либо да. С подыгрыванием. Чисто битуха. То есть ты имеешь в виду не... Только не барабаном, а... Не перебором. Не перебором, да. И я буду микировать. Ты покажи, что ему надо сделать. Вот сейчас покажи. Потом перейдешь в что-то другое. Когда поиграем. Басука джаза такой. Он получается только на средних играет. Нижние и средние. Он на
первый басовый ритм задает. Он же для перевода. Я тогда делаю переходные такие терапии мелодии. Я распаиваю просто. Интересно, интересно, но здесь она вибрирует, прям слышно, да?